Жми лайк, и на 3000 лукасов мы скинем ссылочку на скачивание игрушки Payday Crime War. Привет, ребят, с вами Илья, и это новое видео с темой игрушки Payday на наши мобильные телефоны. Ребят, как я говорил уже, бета-тест идет полным ходом, уже в разгаре, многие игру получили по имейлу, так что радуются просто жизни. Если вам, ребят, не пришло письмо, то рекомендую вам попробовать посмотреть спам, возможно, именно та приглашение попало, и спокойно оттуда вы сможете игрушку далее загрузить. Если все-таки приглашение и там тоже нет, и на почте тоже ничего не пришло, но вы очень хотите в нее поиграть, то ссылочку на игру я оставлю в описании под этим видосом, и там вы спокойно перейдете, разберетесь и сможете ее скачать. Вообще, игрушка оказалась вполне себе годной, здесь вполне классная графика, вид от первого лица, стиль Payday и все в таком духе, и что радует, это на мобильном телефоне. Правда, есть тоже свои минусы, немного печалит, что все-таки игрушку максимально упростили, получилось такое подобие PvP-шутера, то есть это все-таки неполноценный порт Payday, но в любом случае, я думаю, фанаты рады такое видеть на своих мобильных телефонах. Так или иначе, это все же Payday, это стиль таких ограблений, и теперь в эту красоту можно поиграть на мобилках, и за это разработчикам просто огроменный от меня респект. Я думаю, что скоро сниму летсплейчик, кстати, по этой игрушке, и, ребят, напишите, хотите ли вы такой формат увидеть на моем канале, если желающих будет много, то обязательно такое сделаем. Ну а так еще пишите в комменты, пришла ли вам игрушка, играете ли вы в нее, и вообще, как вам такой проект, понравился или нет, мне всегда интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Также само собой, жмите лукасы в поддержку моего канала, мне будет очень приятно, если вы меня поддержите, и тогда еще будем выпускать прикольные видосы. Ну а так еще жмите, ребят, колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех новиночек, и тогда вообще все будет прекрасно. В общем, ладно, все, сегодня заканчиваем, до скорых встреч и пока.